супер, поле великолепно. Угу. Очень. Спасибо руководителям, что все-таки сделали великое хорошее дело, угу. хорошее поле. Надеюсь, что мы доставим болельщикам праздник, когда будем играть 4 числа играть. Поэтому здесь вопросов нет. Когда хорошо, все хорошо. Да, да. Как говорится, иншалла, Всевышнего, спасибо всем, что, дай Бог, у нас будет игра, будет хороший результат, поэтому всех приглашаю, болельщиков, приходите, болейте, переживайте за команду. Для нас очень важно, болельщики, каждый болельщик для нас очень важен. Мы долго ждали этого, 3 месяца играли на выездах постоянно, играли в Фергане, вот, конечно. Будем все с нетерпением ждать. Надеемся, что все болельщики придут поддержать команду. Я думаю, подготовка идет своим ходом, все нормально. Готовимся. Надо выигрывать, надо брать 3 очка. И дальше готовиться. Для нас каждая игра очень важна, как можно сказать, кубковая игра. Поэтому готовимся. Все нормально, по плану. Ну, как и ко всем играм идет. Понятно, что большая ответственность, первая игра на первом стадионе. Ну, готовимся, как и ко всем, те, которые были играть и будут, одинаково готовы. Так что приходите все на футбол, мы вас ждем вашей поддержки.